a season of restoration. Итак, 14 глава, 25 стих. Иисус говорит: «Сие сказал я вам, находясь с вами. Утешитель же, или помощник, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему». «Все» в 21-м также означает «все». Это означает, что Он научит вас воспитывать детей, вести бизнес, поправлять паруса, проходить долину смертной тени, научит вас, как переправиться на другую сторону. Пока наши церкви не откроются в ближайшие недели, я буду сам отвечать себе «Аминь». Проповедуй, проповедник. Аминь. Аминь означает «Да будет так» и напомнит вам все, что я говорил вам. Мир оставляю вам. Никакой бед. Никакой ковид, никакой вызов не имеет права лишать вас мира. Мой мир даю вам, не так, как этот мир дает. Он не скрывается в упаковке таблеток, бутылки алкоголя или онлайн-казино. Он скрыт в личности Духа Святого. Он говорит: «Да не смущается сердце ваше и да не устрашается». Мы разберемся с духом страха. Не пропустите нас сегодня. Я знаю, что сегодня мы будем в одном канале и в соцсетях. Сегодня вас ждет экстренное послание, и мой тон в нем будет отличаться от того, что вы слышите. Сегодня утром мы будем разбираться с сатаной. И вот что я хочу сказать. Иоанна 15:26. Библия говорит: «Когда же придет утешитель или божественный ободритель?» Это слово «параклитос». Оно означает «помощник» или «утешитель». Кому-то из вас сегодня нужно это утешение. Многие знают, что мы боремся за то, чтобы наши здания открылись. Но всегда находятся люди, которые скажут: «Церковь — это не здание. Простите, но вы не дома». Хватит говорить чушь. Мы говорим о том, чтобы люди могли собираться вместе, чтобы поклониться Богу, пережить Его лично. Вот о чем мы говорим. О том, чтобы потерянные пришли и спаслись. Мы говорим о том, чтобы сокрушенные сердцем были исцелены. Мы не говорим о том, чтобы религиозные люди сидели и кисли в своем болоте. Мы хотим помогать людям. Знаете, мое сердце сокрушается от этого. Я сильный человек. Вчера я выложил пост о том, сколько молодых людей захотели впервые прийти в церковь, но не смогли. Люди говорят: «Пастор, я никогда не думал, что мне нужна церковь, но я понял, что нуждаюсь в ней. Мне больно, и я разбит. Мой брак распадается», ну и так далее. «Мне нужно быть в Доме Божьем». Я хочу сказать вам: не называйте себя христианином, если вы против собрания святых. Скажите Будде или кому-то еще, но не называйте себя христианином. Нет, мы как никогда нуждаемся в том, чтобы церкви были открыты. Бог согласен со мной в этом. Ваше одобрение мне не нужно. Ведь сказано: «Когда же придет утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Он наставит вас». Если кто-то действует по Духу Божьему, то он будет утешать, ободрять, помогать. И это климат небес. Евангелие от Иоанна 16, глава 7 стих. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, утешитель, ободритель, помощник не придет к вам, а если пойду, а вот и она, встречайте». Прекрасно, как всегда. «Так вот, я пошлю его к вам». Обратите внимание, это наш Дух Святой. Дух Святой — это не переживание в воскресенье. Дух Святой — это не явление.
не гусиная кожа, хотя от него и бывает гусиная кожа. Дух Святой был послан Иисусом Христом, чтобы быть вашим помощником, который находится рядом с вами. Вот, Он укрепляет и вас, и меня. Бог обещал, что Он не только будет за вас, но и будет с нами. Будь со мною. Он ваш ходатай. И это удивительно, когда вы не знаете, как молиться, Он знает, как нужно молиться. Я часто ложился спать уставшим, но на следующее утро просыпался с новыми силами. Я знаю, что за меня молились. Дух Святой ободряет нас. Я ощутил новый прилив сил. Я так устал, как пес. Не старый пес, просто устал, как пес. А на следующее утро был полон сил, обновлен. Я знаю, что Бог использовал святого силой Духа Святого. Это человек, который даже не знает меня и живет в Индии или в Китае. Или это может быть кто-то из ходатаев CRC, который молился за меня, поддерживал меня и утешал меня. Он наш заступник. Аминь. Он наш учитель. Иисус послал его лично к вам. Если мы хотим пройти через эту бурю и увидеть восстановление. Вы говорите, пастор, вы уже говорили об этом. Я буду говорить об этом, пока вы не поймете. Вам не удастся сделать этого отдельно. Нет, не получится. У вас не получится сделать это, если вы повернетесь к нему спиной. Потому что, как сказал Иисус, «Лучше, чтобы я ушел, ведь когда я уйду, то пошлю Его, подобного мне. Он будет ободрять вас, болеть за вас, мотивировать вас, укреплять вас, учить вас, направлять вас, защищать вас, ходатайствовать за вас. Как мы можем думать, что нам удастся прожить эту жизнь без утешающего присутствия Божьего? Я в восторге от этого. Аминь. Мы не можем жить без утешения Божьего, без уверенности Божьей. В детстве, как и у всех, у меня бывали кошмары. Я помню, как пошел в цирк и увидел клоуна. И мне приснился кошмар с клоуном. Это смешно, но это так. Ты должен смеяться, а тебе снятся кошмары. Я помню, как услышал шаги своей матери. Каждый ребенок знает звук шагов своей матери. Я словно услышал, все будет хорошо, все будет в порядке, все отлично, мама и папа дома, так что все будет хорошо. Я хочу сказать вам сегодня, возможно, и вы проходите через бурю и проблемы, но все будет хорошо. Бог не бросит вас, Бог не оставит вас. Бог послал другого утешителя. Бог послал кого-то, чтобы он был рядом с вами на каждом шагу. Слово «утешение» на греческом «параклисис» означает «ободрять», «возносить» и «поднимать». Это и есть характер Духа Святого. Откуда в религиозных кругах взялось представление о том, что если Бог задействован в чем-то, люди должны чувствовать себя плохо, что мы должны раскрывать людей, подавлять людей, любовь покрывает. Слово «утешитель» — «параклитос» — состоит из двух слов. Это «пара» и «калео», которые означают «идти рядом с другим». Идти рядом. Я хочу немного упростить это. Я знаю, что Дух Святой невидимый, как ветер. Ветер невидим, но вы можете его ощущать. Вы ощущаете работу ветра. Вы знаете направление, в котором дует ветер. Вы ощущаете легкий бриз. Ведь так? Вы ощущаете, когда ветер поднимается. Точно так же и с Духом Святым. Он может быть очень нежным, или может быть активным и сильным, разрушать оковы тьмы, поднимать бремена рабства, выводить вас из долины отчаяния. Хочу сказать всем вам, мы должны узнать Духа Святого.
Вы скажете, как, пастор? Вы должны обратиться к нему. Вы должны признать его. Если человек пристойный, и он женат, то он сразу же представит свою жену. Когда мои дети заходят в комнату, полную людей, то проходят мимо остальных и в первую очередь здороваются со своим отцом. Ведь это правильно. Это всегда правильно. Мы в первую очередь признаем отца. Но мы хотим заниматься своими делами и не хотим признавать своего отца. Как мы можем признать отца, признав его представителя? Это тот, кого Иисус послал вместо себя. Он направляет вас. На каждом шагу люди говорят: «Бог у руля». Да, Бог у руля, но как? Через вас. Вы говорите: «Пастор, церкви откроются в свое время». Что вы имеете в виду? Мне лечь в спячку? Ничего не делать? Перестать проповедовать? Люди и так будут спасаться. О, нет. Библия говорит, как спастись, если не проповедуют. Библия говорит, как прекрасны ноги тех, кто проповедует Евангелие. Библия говорит, возложите руки на больных, и я исцелю их. Есть Божья часть и человеческая часть во всем. И в открытии наших церквей также есть человеческая и Божья часть. Мы будем молиться, и будем не только молиться, праведно. Слава Богу, что Иисус не смотрел на все правила, ведь тогда бы Он не исцелил никого в субботу. Фарисеев и саддукеев, грустных, религиозных людей с такими лицами, словно они весь день ели лимоны, не интересовало, чтобы кто-то исцелился. Они говорили: «Ты исцелил этого человека в субботу». На что Иисус отвечал им: «Если ваш бык упал в колодец в субботу, вы что, не пойдете доставать его на следующий день?» Вы бы помогли ему тут же. О чем же он говорил? Люди нуждаются в помощи сейчас. Люди нуждаются в помощи каждый день. Люди страдают каждый день. У нас не могут быть правила, которые мешают нам помогать людям по Слову Божьему. Скажите «Аминь» во имя Иисуса. Первая церковь не учитывала все правила. Им угрожали, их избивали, им говорили: «Вы не можете учить и проповедовать во имя Иисуса». На что они сказали: «Не вам решать, кого мы должны слушаться, вас или Бога. Однажды все мы предстанем перед Богом и дадим отчет. Вы можете бить нас, вы можете угрожать нам. Мы скажем вам одно: мы не перестанем проповедовать Евангелие нашего Господа Иисуса Христа, потому что нет другого имени под небом, которым бы нам надлежало спастись. Нет надежды вне личности Иисуса Христа. И одно из главнейших заданий Духа Святого — возносить имя Иисуса и прославлять Его. И после того, как Он приходит ободрить нас, Он ведет нас к тому, чтобы приводить людей ко Христу во имя Иисуса. Если бы сегодня наши церкви открылись, то сколько человек спаслось бы? Тысячи и тысячи каждое воскресенье. А вы сидите и говорите: «Нет ничего страшного в том, что церковь закрыта, потому что церковь — это не здание. Все потому, что вам нет дела до людей. Вас интересуют лишь ваши правила». Слава Богу, что церковь в Китае не соблюдает правила и законы, втайне привозя Библии. Иисус злился лишь тогда, когда людям не позволяли приходить к Богу. Подумайте. Он не злился на то, что люди занимаются бизнесом. Люди занимались бизнесом во внешнем дворе, месте, которое было дано для язычников. Это было место, где они могли принять Божью милость и благодать. Не думайте, что Бог доволен тем, что происходит. Не думайте, что Бог нормально воспринимает то, что потерянные не могут прийти к Нему. Не думайте, что Бог нормально воспринимает то, что люди не могут прийти и встретиться с Ним. Я скажу это еще раз. Я могу пережить это и дома. Грешники не смотрят нас сегодня. Они нас не смотрят.
Многие страдают, пока вы сидите у себя дома в своей надменности и религиозности. Иисус разозлился лишь в одном случае. Он сделал плетку и не пошел молиться за них. Он выгнал их плетью. Он плетью прогнал их из внешнего двора. Когда вы слушаете Духа Святого, то знаете, что Бог скорбит, что Он плачет над своей церковью. Вы поймете, что Бог желает, чтобы Его народ доверял Ему и верил Ему. Я услышу аминь. Итак, Иисус послал Духа Святого, чтобы Он помог вам, помог лично вам. Он ваш утешитель, ваш путеводитель. Он болеет за вас. И сегодня утром я сидел в спортзале. Это немного не по теме, но я все равно расскажу. Я сидел в спортзале на этой неделе. Мой разум не был там, где я находился. Я думал о церкви, о решении открыть или закрыть церковь. Я думал о страдании людей. Это бремя давило на меня эмоционально. Я думал о людях. Я делал жим ногами, но это никак не помогало мне. Недалеко была прекрасная пожилая женщина. Ей было где-то 75 или 80. Она стояла на расстоянии, а потом подошла ко мне. Она была в маске. Я впервые в жизни видел ее. Она подошла ко мне. Обычно я не разговариваю с незнакомцами, если только не рассказываю им о Боге. Я также не позволяю людям молиться или пророчествовать надо мною. Я допустил такое раз, и они наговорили чепуху. Я сказал им спасибо, идите поговорите со своим пастырем. Мне не нужна ваша молитва или пророчество. Но эта женщина была похожа на ангела. Она была прекрасна. Было видно, что она ходит с Богом как минимум лет 60. Она 15 минут сидела и смотрела на меня. Потом она подошла ко мне и сказала, «Пастор, я не хочу давить на вас, но я ощутила побуждение подойти к вам и сказать, что мы все молимся за вас и благодарны за то, что вы стоите за то, чтобы церкви открыли. Я смотрю вас по телевизору, я не член вашей церкви, я не эмоциональный человек». Я сказал, «Хорошо, я мужчина, мне нужно отойти, потому что я ощущаю Божье помазание». Я пошел на другой край, чтобы потренировать ноги. Она все равно сидела там. Тогда я подошел к ней и сказал «Спасибо». Она посмотрела на меня прекрасными глазами любви. Я ощутил любовь Божию, которую не ощущал давно. Она взяла меня за руку и сказала «Можно я помолюсь за вас?» Она помолилась за меня. Я ощутил Бога в зале, как давно не ощущал. Затем она сказала «Я хочу, чтобы вы знали, что Бог рад вам и тому, что вы делаете, не отступайте. Мы молимся за вас». Я еле сдержал слезы. Я ушел, зная, что Бог с нами, за нас. Бог убедил меня, что мы не преклонимся перед духом запугивания. Мы вернемся в силе, потому что мы боремся не за себя, а за Его дело, за людей, которые потеряны, которые без Иисуса Христа. Мы будем стоять, как первая церковь, между живыми и мертвыми. Мы будем проповедовать Евангелие Иисуса Христа, потому что нет другого пути и нет другой цели, которая выше цели Христа. Он хочет, чтобы каждый мужчина, каждая женщина и каждый ребенок услышали Евангелие Иисуса до того, как наступит конец. Воскликните «Аминь», если вы верите в Иисуса. А если вы думаете, что вам лучше сидеть за телевизором, чем в церкви, то, когда церкви откроются, не приходите в свою церковь. Оставайтесь со своим оружием. Аминь. Вы спросите, как все это связано с Духом Святым? Напрямую. Дух Святой пришел, чтобы активировать нас для Иисуса, сделать смелыми свидетелями для Иисуса Христа. Он пришел, чтобы мы стали храбрыми и бесстрашными во имя Иисуса.
чтобы мы не преклонились перед духом этого мира. Мы должны быть главными болельщиками друг друга. Мы должны болеть друг за друга. Мы должны говорить: «Давай стоять вместе! Давай попирать ад и населять небо! Давай стоять за дело Христа! Давай бороться за будущие поколения!» Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, многие из них заплатили цену своей жизнью, чтобы у нас с вами сегодня было христианство. Такое облако свидетелей, они болеют за вас. Вы можете критиковать меня, но апостол Павел, Петр и сам Иисус болеют за меня. Они болеют за меня. Давай, проповедуй Евангелие. Борись за мою церковь. У тебя сегодня настоящая тренировка. На тебе дух разминки. Кстати, и ты разминаешься со мною? Вот что делает Дух Святой. Аминь. Он дает нам силу. Он не прячет нас в безопасный угол. Мы должны взяться за дело. Мы должны сбросить с себя грех и начать бежать, не сдаваясь. Мы должны сбросить духовный жир, паразитирующие грехи. Продолжайте смотреть на Иисуса, который начал и закончит вашу гонку. Мы не можем позволить ковиду определять, как нам поклоняться Богу. Я услышу аминь. Мы откроем наши церкви безопасно и ответственно во имя Иисуса. Скажите аминь, потому что мы можем делать это. Я хочу поговорить вкратце о трех вещах в ближайшие 5 часов, которые остались у нас. Конечно. И сегодня утром я хочу сказать, что есть люди, которые любят вас и заботятся о вас. Есть Бог, который так сильно любит вас, что послал своего Сына умереть за вас. Вы можете чувствовать себя потерянным, брошенным, но это не так. Бог любит вас. Возможно, вы не отдавали жизни Иисусу, так я хочу, чтобы сегодня вы положили руку на сердце и сделали это вместе со мною. Просто скажите эти слова: «Господь Иисус, я отдаю себя Тебе. Спасибо, что так сильно возлюбил меня, что умер за мои грехи. Я верю, что Ты Христос. Я верю, что Ты воскрес из мертвых. Я отдаю свою жизнь Тебе во имя Иисуса».